Мишель Бачелет во второй раз становится президентом Чили. Такие данные опубликовал избирком страны по итогам подсчета почти всех голосов, поданных на воскресных выборах. Бачелет заручилась поддержкой 62% соотечественников. Ожидается, что официальное заявление будет сделано уже в ближайшие часы. Ее соперница, вышедшая во второй тур, бывшая министр труда Эвелин Маттеи, набрала чуть менее 38%. Она уже признала свое поражение и поздравила Мишель Бачелет с избранием. В 2006 году Мишель Бачелет стала первой женщиной-президентом страны, еще до этого была первой женщиной-министром обороны. Поскольку чилийские законы запрещают переизбраться на высший государственный пост 2 срока подряд, прошлые 4 года она работала в структурах ООН. Избирателям Бачелет пообещал реформу образования и здравоохранения, увеличение пенсий и пересмотр Конституции, доставшейся в наследство от Пиночета.